Последний звонок в Сусанинской школе для Оксаны Емельяновой на самом деле не первый и не последний. 2 года назад она провожала отсюда во взрослую жизнь сына Диму. Через 10 лет из этих стен выпустится Иван, а сегодня услышать свой последний школьный звонок очередь средней дочери Натальи. Во взрослую жизнь отпускаем ребенка. Ну, напутствие всего будем давать, чтобы все было хорошо. Как бы будем стараться. Но тем не менее, вот уверены в своей девочке, что все получится? Ну, я уверена. Я уверена. Мы так стараемся, мы столько трудов в нее вкладываем. Стараемся. Я думаю, что да. С мужем Иваном Оксана Викторовна вместе 18 лет. В 1994 году они приехали сюда из Казахстана, да так и остались. На бывшем пустыре на окраине Семрино построили дом. Со временем завели небольшое хозяйство. А в этом году были признаны лучшей семьей Гатчинского района, получив диплом за достойное воспитание детей и активную жизненную позицию. Воспитываем детей. Ну, в основном у нас труд, мы как бы очень любим трудиться, раз уж мы на земле, поэтому у меня и дети помогают, и как бы все, поэтому, как говорится, и хозяйство, и дом, и все, мы как бы все вместе, вот. В основном это труд, любовь, и все такое вот. А активная жизненная позиция? И активная позиция, ну, это отдых, любим отдыхать также активно. Ну вот и на рыбалку ездим, как говорится, и спортом хорошо занимаемся, поэтому очень любим. Жизненная позиция у семьи действительно активная. Старший сын решил продолжить дело отца железнодорожника. Наташа далеко не безуспешно занимается спортом, а будущий первоклассник Иван пока делает самые большие свои успехи дома. Больше всего люблю дома играть, беситься, бегать, помогать маме. Вот, а помогаешь маме, когда что ты больше всего любишь делать? За курочками ухаживать или еще что-то? За ухаживать за курочками, помогать мыть посуду. Пылесосить. Это ты тоже любишь. Убираться. Семья Емельяновых не только лучшая, но и большая. Собака, попугаи, черепахи, коты, куры. Справиться со всем этим без активной позиции просто никак. Поэтому диплом и путевка на областной конкурс семей не цель Емельяновых, а следствие однажды выбранной для себя дороги жизни. Дороги, которая, по их мнению, неизменно ведет к успеху.